Здравствуйте, с вами Хок, вы на канале про Warcraft 3, и сегодня мы посмотрим очередную игру с ВК3 Champions. Сейчас я ее выберу, и знаете что? Что мы хотим? Mirror мы не хотим, наверное, да? Поэтому возьмем какую-то игру. А вот давайте орка с рандомом. Так, у нас карта, кстати, скачивается. Я забыл, что буквально вчера вышел новый патч, и поэтому карты-то я еще не подкачал. Сколько они были немножко изменены. Так, и у нас сегодня игра, надеюсь, будет нормальная. 1400 рейтинга, рандом против орка. И в итоге у нас выпадает альянс. Альянс с ником Грэдис Гуд. Против Рафика. Ну, тут будем Рафик его называть. Не знаю. Ну что, смотрим. Autumn Leaves карта. Как они будут себя тут показывать, пока что неизвестно. Для тех, кто первый раз на моем канале, обязательно подпишись, если тебе нравится Warcraft 3. Не забудь там лайкосик какой-нибудь поставить, плюсануть. Комментарий, возможно, написать, если тебе интересны такие каточки. Можешь задать мне какой-то вопрос на следующем касте. Ну, не на следующем, а на каком-то касте, возможно, отвечу. Но это не точно. Так. Ну, пока что расстроечка идет, что тут сказать. Также не забудьте, что если вы шейх, вы всегда можете меня поддержать на Boosty. Либо на стримах через прямой донат. Буду благодарен. Так, здесь у нас... Что у нас? Горный король. Вот это уже интересно. А что? Здесь Shadowhunter первым героем. Ой, вот это, конечно... Да. А вот это что-то новенькое. Shadowhunter первым героем. Напомню, что уже патч вышел. Эта игра на новом патче. Здесь есть, ну, не прям критичные изменения для игры. Нету такого, что прямо вот кардинально меняет игру. Небольшие правочки, небольшие, как где-то апы, где-то минусы. Разведочку орк делает, потому что он играет изначально против рандомной расы, случайной. Соответственно, не знает, что там альянс, но сейчас увидит футмена и знает теперь. А Shadowhunter это, конечно, интересно. Так. Горный король берет 4 ополченцев и идет на крипинг. Прокачивает болт, но не кидает болт. Будет ли потерян рабочий? Ой-ой-ой, посмотрите. Знал, что можно переконтролить атаки. Вот, кстати... Да, вот чтобы вы понимали, вот эти игроки, ну вот этот типа их рейтинг, это когда, ну, рейтинг по сути даже не среднего игрока, а такого любителя, который там иногда поигрывает. Но чтобы вы понимали, там 15 лет назад в Варкрафте, например, взять какое-то время в ВЦГ, когда там на ВЦГ в финале Sky играл, там Граби играл, вот таких игроков, да, которые активные тогда были, были чемпионом мира, в то время... Даже не знали, что такое перенаправление атаки. Вот. Могу даже больше сказать. Во время, когда Мун еще не придумал крипинг с бараком, эльфы крипились с бараком, который на базе стоит, и потом просто танковали героем. Но в одно время Мун придумал, что можно с бараком крепиться. Кстати, не знаю, в какой это год был. Ну, вот так вот. Просто это говорит о том, что игра развивается... И, например, сейчас, ну, типа, игроки, вот такие любители, знают всякие фишечки, которые используют, как перенаправлять агрессию с крипов и так далее. Здесь какой-то дичайший крипинг с змейками. 5 змеек. Shadowhunter крипится, накидывает на себя замазку, но эту замазку сбивают. Тролль куда-то убежал. Что происходит? Тролль куда-то убежал. Здесь, я так понимаю, попытка экспанд поставить. А почему тролль куда-то убежал? Он вообще какой-то в неадеквате. То есть он просто убежал. Причем здесь никого не было. Так. Лесопилки есть, магическая вышка, делаются футмены. И постановка экспанда. Так.
А орк продолжает почему-то с одним грантом только крепится, рабочий у него стоит. Да, орк очень странный, к сожалению. Ну, кстати, змейками прикольно крепится. Альянс ждет, пока у него база строится. Делает сразу дополнительные две вышки, магазинчик ставит. Не выдерживает вот этого перерыва, когда он стоит, просто ждет. Решил в атаку пойти. А здесь уже 4 змейки стоит. И жесткий крипинг. Да, веселые игры, конечно. Иногда нам встречаются. Так, сразу две вышки разные грейдит. Здесь апгрейд на лес. Альянс прибегает здесь на базу, но здесь логово отгоняет его. Докрепливается орк, получает третий уровень. К сожалению... А, кстати, нам теперь... О, кстати, важное изменение теперь в патче. Ах, вы не видите у меня этот... Сейчас, секундочку, вот так сделаем. Вот так. А, в патче важное изменение. Мы теперь, смотрите, можем навести вот сюда, и нам видно, сколько опыта у горного короля. Ну, чтобы вы понимали, когда этот оверлей вышел, когда вы наводили на полоску, вы не знали, сколько опыта остается до второго уровня. И теперь мы это видим. Спасибо, Blizzard! Очень вовремя. Так, Питлорд вторым героем. Но, кстати... Стратегия орка-то не совсем плохая. Это есть такая стратегия. Shadowhunter плюс Питлорд. Если что. Так, змейки он качнул. Это второго уровня змейка. 27 урона. Отгоняет. Правда, алтарь теряет. Алтарь потерял. Это, конечно, обидно. Так. База здесь работает. Вышки есть. Два заказан. Ну, что будет дальше у нас? Алтарь отстраивается. А, ну, орк пока не знает, что там экспанд. Рабочий с золотом решил кузницу построить. Здесь, ну, напрашивается такая стратегия с Shadowhunter'ом, как катапульты строить и просто идти... Ну, если он сейчас увидит экспанд, то есть катапульту здесь и змейками здесь просто обстреливать базу. Футмены не смогут подойти к этим змейкам. Даже если он дефенсом сделает апгрейд, ну, не смогут футмены нормально там танковать. Очень близко зачем-то вышку поставил. Кстати, можно контролить змейкой. Сейчас отменить бы вот эту вышку. Но он этого не делает. К сожалению, Питлорд он взял клифф. И сейчас нет вот этого огненного дождя, который бы здесь неплохо зашел. Ну, змейк очень плохо он ставит. Гвардовская вышка просто их сносит. За змеи, кстати, дают немножко опыта. Делаются райдеры гранты. Почему-то не стал все-таки катапульты делать, но может сейчас скоро сделает. Не подстраивает больше альянс футменов. Экономит ресурсы. Вот, кстати, змейка, видите, как быстро убивает вышку. Ну и горный король с футменов-то нет практически. Кузницу поставить, снова отстроить. Очень много змеек. И горный король тут... Надо отходить горным королем. Надо, наверное... Ну, мог бы, кстати, футмена все равно заказывать, но вот не хочет. Может, хоть... Надо кузницу достроить, рифлов хотя бы заказать. Гранты на базе стоят. Там райдер где-то должен быть. Он райдера заказывал, я точно помню. А где он? А, вот его поймали здесь. Хорошо. Уже в рабочих врывается орк. Очень много змеек. Есть еще банка маны. Огромное количество змеек. И рабочие просто все рассыпаются. А здесь горный король даже не поддерживает своих рабочих. И вышки. Ну, вроде как гранта одного убивают. Но все рабочие минус. Посмотрите количество трупов. Огромное количество. И просто змейками пробивают альянс. Но денег у него много. Он может еще восстановить армию. И мана, ну, мана закончилась, но выпил банку маны. Каждая змейка, если я правильно помню, 30 маны стоит. Третий уровень горного короля.
Попытка забрить этого питлорда. Да, питлорд минус. На базе гранты стоят. Орк не подстраивает ничего. Но змейки здесь заканчиваются постепенно. Альянс ничего не заказывает. Да. Чисто змейками бегает. Да, ребят, ну такие игры на таком рейтинге, что вы хотели. Если вы, допустим, вы сейчас там смотрите эту игру и думаете такие, да что за нубасы играют, я их размотаю. Я вам предлагаю все-таки запустить Warcraft на WK3 Champions и начать катать. Вот, и посмотреть, насколько вы классный. Вот. Докуда сможете дойти. Обязательно расскажите потом. Что, орк воскрешает своего питлорда. Грантов продолжает делать. И улетает на телепорте Шадухантер отсюда. Ну что, а у Альянса много голды, делает второго героя Бладмейджа. Вроде как рифлов подстраивает. Рабочих восстанавливает. Здесь рабочих на лесе нет. Ну что, такое ощущение, что будет следующая атака. Орк мог, конечно, параллельно в базу себе поставить, но этого не сделал. Очень зря, конечно. Сейчас бы уже база была. Потому что он где-то последние 5 минут занимался тем, что ставил здесь змейки. Вот. Пытается вышки здесь новые отстроить, альянс. И строит рифлов. Орк снова приходит, ловит рифла. И петлор второго уровня. Качает хауль. Рык. Это львиный рык. Вот. Но я бы, наверное, лучше качнул дождик огненный. Потому что здесь вышки пропушить было бы удобно. Ну, так, минус 10 армора. Ой, извиняюсь, минус 10 урона. Высасывает с ману Шаду Хантера. Ну что, вышка достраивается. Но горный король умирает. Делается телепорт. Под вышками орк стоит. Пытается отступить. Есть один апгрейд на защиту здания. А помните тот самый фильм «Разборки в стиле кунг-фу»? Где как раз был львиный рык. Надо сегодня посмотреть этот фильм обязательно. Кто не смотрел, посмотрите. Вы получите грандиозное удовольствие от этого фильма. Ну что, какие ваши ставки, кто выиграет эту игру? Выглядит, что как-то вроде победочная орка, но я бы не спешил об этом судить, потому что орк до сих пор так и не поставил вторую базу. Вроде как подпушивает, но альянс-то добирает две базы. Денег-то у него все равно больше будет. Но ему надо как-то здание новое отстроить, там арканки какие-нибудь. Вот. Орк берет свиток, инвул. Купил церклетку. Слушайте, смотрите, даже церклетки покупают игроки. Да, альянс, конечно, очень медленно все делает. Альянс здесь застрял, поэтому сделал телепорт. Угу. Снова нападение орка. Есть, кстати, у него грабеж. А я могу как-то посмотреть? Блин, я вот не уверен, есть ли у него грабеж или нет. Так, ну здесь 4 рифла, горный король без телепорта. Бладмейдж. Львиный рык накидывается, минус 5 урона. Шадухантер 4 уровня. Будет ли высасывание маны? Рабочих бы взять с базы. Там очень много рабочих. Ну, вроде как отбивается альянс. Под вышками еще стоит. Хотя Бладмейджа сейчас потеряет. Нет, банку выпивает. Ой-ой-ой, Бладмейдж. Еще телепорт. Сколько он этих телепортов уже отдает? Ой, телепорт-то плохой. И Бладмейдж умирает, алтаря нет. Маутинг Кинг 4 уровня.
Как же змейки здесь пробивают. На спидскролле бежит. Маутингинг! 70 здоровья. Нет, отступает орк. 30 на 38 лимита. Денег полно. Не успевает Альянс и заказывать юнитов, и отстраивать здания. Мог бы вот этих рабочих взять, они бы отбились здесь легко. Ой-ой-ой, сейчас можно шат... Ой! Что? Это был инвул задодженный. Ой-ой, сейчас окружат. Нет, что ты делаешь? Зачем ты туда бежал под инвулом? И да, это минус Shadow Hunter. Это был львиный рык, ребят. Ой, он еще и Питлорда окружает. Да ладно, Хуман, что ты творишь? Вы верили в этого Хумана? Я верил в него. Я в него верил, ребят. Минус два героя. Вот это поворот. Вот это поворот. Пятый левел Горного Короля. И лечение пошло сверху. В это время Райдер атакует. Я в него верил, ребят. Вот эта игра. Такого поворота даже в финале Голда мы не видели. Ну и что, блин. Ну, конечно, орк сам зачем-то... Ну, то есть он поймал инвулом болт летящий. Соответственно, урон и стан не прошел. Вот. Но зачем-то он побежал, думал, что он как-то Маутин Кинга затыкает. И в итоге там огромное количество рабочих его окружило. Пятый левел Горного Короля. Не догоняет Райдера. Питлорда выкупили в таверне. Он еще и Питлорда потом в итоге залил-то. Неприятно, конечно. Первый раз за эту игру мы видим 40 лимита у одного из игроков. Делается Т3. Ну что, Горный Король запакованный. Может, все-таки базу орка хочет поставить? Просто Альянс вот сюда вообще ни разу не прибегал за всю игру. База могла бы уже давно приносить свои плоды. Бладмейдж воскрешается. Делаются арканки. И вот наконец-то он бежит на экспанд, который строится. Шадухантер воскрешается. Выпивает баночку маны. Так. Экспанд отменяется. Есть телепорт. Болт третьего уровня залетает. Нужен львиный рык. Ребят, нужен львиный рык. Львиный рык пошел. Змейки пошли. Минус еще райдер. Змейки. Альянс немножко отступил. Пытается от змеек отойти, но не получается. Еще минус райдер. Чисто болт минус юнит. Так и надо. Но гранты и мужики, конечно. Нужно возвращаться и снова ставить экспанд. Так, начинает делать апгрейды на коней каких-то. Видимо, может сейчас коней из двух бараков будет заказывать. А, у него грифоны. Да, вот это поворот. Снова орк нападает. Сложно сказать, есть ли грабеж. Такое ощущение, что есть. Потому что вроде как лишняя голда. Вот видите, там периодически две голды добавляется. Кажется, есть грабеж. Так что... Возможно, да. Высасывается мана. У Бладмейджа фокус. У Бладмейджа ничего нет. Но и тут очень битый Шадухантер. Ой-ой-ой. Сейчас будет баш. Баш. Нет баша. И лечение. Но следующий болт... Будет похоронный. Возможно, будет баш. Вот баш! А-а-а, красиво. Еще есть сетка на гранта. И баш-то теперь наносит дополнительно 40 единиц урона, которые, естественно, контрят с армором. То есть это не чистые 40 урона.
это еще минус армор. То есть, если взять там у Shadow Hunter, сколько там, наверное, где-то 4, возможно, 5 армора. То есть, это примерно там 20 с чем-то процентов. Вот, то есть, это, по идее, где-то, возможно, баш не 40 урон наносит дополнительного. Но если это примерно так работает, то, наверное, где-то 30. Смотря как там армор вычитает. Но учитывая еще чистый урон Горного Короля, у него здесь 38-48, то есть плюс 40 с баша, то есть это 90 урона максимального, ну 88. Вот. Ну и минус армор, и в зависимости от того, какой будет разброс дамага, прокнет. То есть 38, от 38 до 48, и потом вычитается армор. Там, в общем, формулы такие старенькие. Вот как они точно работают, никто не знает. Так, ну что, орк пытается базу ставить, но здесь уже грифоны. 2000 голды. Будет ли паладин заказан? Пока нет. Забавно, что он делает грифонов, но делает апгрейды, которые на коней. То есть атака на грифонов будет работать, а вот этот грейд только на коней работает. Ну, если мы не берем грифонов как раз. Вот здесь мы можем посмотреть Footman, Spellbreaker, Knights, Line Machine, and CH Engines. Не уверен, что я все правильно прочитал. Ну, да, надеюсь, вы поняли. Так, ну что, Питлорд крепится, база потихоньку строится, Shadow Hunter воскрешается. Странно, что мы паладина не видим. Сейчас будет крипджек. Горный король с полной маной. Ой, не добивает этого. Вот это, не знаю. Как это правильно назвать этого монстра? А, совух какой-то там. Совиный какой-то чел там. Не суть. Бладмейджа пытается закусить, но есть бутылка. И через болт, конечно, просто убивает по юниту. GG. Выходит у нас орк из игры. И это победа Альянса, который играл за рандом. Вот. Надеюсь, вам понравился этот каст. Он такой, ну, я считаю, что интересно было. Как вы считаете, напишите в комментариях. Но, опять же, если вы первый раз здесь, не забудьте подписаться. Вот, лайкануть видосик, написать комментарий. Если есть возможность подписаться на Boosty. Если нет, то просто вы красавцы. Все. До свидания.